рассматриваться. То ты говоришь, Аня, стоп. Ну вот и договорились. Подружки навсегда. Все. Привет, девчонки. О, привет, Маш. Привет, Аня. Аня, стоп. Что, Аня, да, стоп? Ничего. Лера, я вижу, ты уже не шмит меняла, уже не рокерша. Да, теперь уже не рокерша. Ну вообще, тебе и так идет. Я знаю. Паша, а ты вообще заметил, что я тоже образ поменяла? Вот пояс у меня много, видишь? Какой Аня, стоп. Да хорошо, стоп, все, я села. Девочки, это что, у вас Лера такая новая? Кто первый стоп скажет? Лер, расскажешь правила? А, ну да, ну не Лера, стоп. Хорошо. Лера, по-моему, мы договорились. И вообще, Паша, не разговаривай с ним. Чего? Аня, что происходит? Что такое? Лер, что происходит? Ну, в общем, Лера, стоп. Хорошо. Короче, не разговаривай с ним. Да что случилось? Ничего. Странные какие-то. Сама же предложила. Значит, все, не ведись, не поддавайся. Да хорошо, хорошо, я поняла. Всем привет. Привет. Здорово. Пашок, здорово. Ого, Лерка, ты такая красивая, что, годка уже не годка? Ну да, не годка. И вообще-то не годка, а рокерша. Понятно, но тебе с этим цветом так идет, прям. Ой, красавица. Спасибо, спасибо, Лерочка. Что стоп? Иди садись на место. И, короче, прикинь, у них такая новая игра. Это говорит стоп-стоп, и так говорит стоп-стоп. Все понятно, понапридумали себе что-то. Лера, ну по-моему мы договорились. Вот смотри, ты уже вон на Диму переключилась сразу. Аня, ничего я не переключилась. Просто он сказал, что у меня цветков-то очень красивый. Комплимент мне сделал. Знаешь, это приятно. Если ты так будешь говорить постоянно стоп-стоп, они все поймут. Знаешь, Лера, если мне так кто-то сделает комплимент, я так не буду вести себя, как ты. Спор есть спор, ясно? Аня, вообще-то это не спор. Мы договорились. И вообще, давай не ссориться, то мы опять начинаем ссориться. Хорошо. Только ты же сама меня попросила, помнишь? Останавливай тебя. Больше не вези мне эти комплименты. А, да, точно. Ты прости меня, просто я на Пашу до сих пор зла, и поэтому на тебя немного не накричала. Почему ты на меня до сих пор зла? А ты забыл, как ты сказал, что я тебе никогда не нравилась? Лер, так это было на эмоциях, там это, ты мне еще кричала на ухо много. А, так это просто было на эмоциях. Да, Лера, да. Стоп. Ладно, все, приехали. Капец, я этих девчонок никогда в жизни не пойму. Сами себе что-то понапридумывали, сами потом ссорятся. Вот у нас под нами такого нету. Да, Димон, 100%, у нас все точно и ясно. Поговорили, там все решили и опять братаны. Мы просто очень эмоциональные. Из-за ваших этих эмоций страдаем мы, пацаны. Вы на всю плешь проедаете своими этими: «Ой, ты не то сделал, ты не туда сел». Мальчики, привет! Привет! Давина, это что, морячка? Нет, я просто стиль поменяла. Да сегодня в классе все стиль меняют. Лера вон стиль поменяла. Аня себе новый ремень купила. Конечно, Лера стиль поменяла. Ты шьёшь, кому теперь клеится? Небось, к Димону. Господи, Дарина, какая ты неугомонная. Одела папу на расстоянную майку и сидит блатует. Между прочим, меня сейчас мальчики не интересуют. Правда, Аня? Да, и меня тоже. Ой, да конечно. Просто с вами в классе никто встречаться не хочет. Поэтому вас никто и не интересует. Знаешь, Дарина, с нами все хотят встречаться. Просто мы решили сделать передышку. Слушай, Анька, а у вас теперь надолго передышка? А то Лера такая красивая, я бы с ней себя замутил. Я свою. Дим, встань в очередь. Паш, подожди, подожди. Дим, ненадолго. Лера, стоп. Что значит ненадолго? Надолго, Дима. Ох, какая ты грозная. Лера, это что значит? Аня теперь тобой командует? Это что было? Лера, стоп. Не твое дело, поняла? Ага, поняла. Ань, давай притишься, стоп. Так а что делать, если ты по-другому не слышишь? Прекрасно тебя слышу. Все, прекращай. Лер, а ты дома хоть сделала? Ну... Лера! Да ничего не сделал. Все, поняла. О, Дима, привет! Влад, это ты? Братуха, привет! Привет! Как ты, брат? Капец, ты вырос, обалдеть, на голову выше меня! Это мой братуха, пошли, пошли, потом поздравься, пошли! Садись, рассказывай, ты что, какими судьбами к нам? Да родители к тебе отпустили, решил приехать. Боже, капец, братуха, ты вырос, вообще тебя просто не узнать. Дима, ну вообще, ты уже дверь закрывай, даже если к тебе и брат приехал. Закрой, пожалуйста. Капец, братуха, ты так умрал, ты к нам насколько приехал? Ну как пойдет, родаки отпустили. Да блин, мы сидим, учимся, пошли бы с тобой погуляли, у нас олимпиады, вот эти надо готовиться. А ты что, не отличник? Я вот отличник. Так, ну я отличник, отлично. Дима, вообще-то в нашем классе один отличник, и это я. Кстати, как там твоего братика зовут? Дарина, что ты уши режь, я отличник, а братуху Влад зовут.
Привет. Привет. А я Дарина, лучшая ученица в школе. Приятно познакомиться. Да все, братуха, успокойся. Симпотная. Да все, забей. Блин, я, конечно, сейчас бы с тобой пошел бы погулял, но у нас училка, за, она меня, наверное, не отпустит. Так может, я тихонько у вас посижу в классе? Ну, не знаю, попробую договориться. Ой, Дима, думала, Валентина Ивановна тебе не разрешит. Ты же отличник, тебе учиться надо. Да, Лера, успокойся, еще не такие вопросы решали. Слушай, это тоже симпотные. Да какие симпотные? Они все больные на голову. Это тебя просто не умеешь вести с девушкой. Я не умею. А ты что, не помнишь, как в лагере на конкурсе, как я с девчонками зажигал? С кем? С бабушкой Машей, которая тебе кашу насыпала? Да почему сразу бабушка Маша? Ты просто ничего не понял. Так, успокойся. Да, Дима, ты еще тот мачо. Да, мачо. Владос просто перепутал. Там была и Настенька, и Катенька, и Машенька. И все там, короче, куча девочек было. Что ты рассказываешь? Тебе только Маша кашу носила. Да какая Маша, Влад, успокойся. Он мне такой шутник, вы не представляете. Все, тихо, училка. Добрый день. Добрый день. Лера, я, по-моему, ясно сказала. Твое место теперь за последней партой. Валентина Ивановна, почему вы сразу на меня внимание обратили? Вон вообще Димон какого-то пацана в класс привел. Я не поняла, это кто такой в классе у нас? Валентина Ивановна, это мой братуха, сегодня будет здесь со мной. Это кто решил, ты, Дима, или что? Значит так, не знаю, как тебя зовут, собрал вещи. Тоже собрал вещи, вывел его из класса и вернулся быстро на урок. Блин, Владос, извини, не пусти, я буду идти, училка зла. Не умеешь ты решать. Ничего. Как учителя зовут? Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, позвольте вас угостить шоколадом. Спасибо. А как тебя зовут? Влад. Вот, воспитанный молодой человек. Посиди до конца урока, но потом все равно уйдешь. Капец, Владос, ну ты крутой, как ты уговорил. Вот так нужно решать вопросы, Дима. Красавчик. Ребяточки, не сидим, достаем тетрадочки. Тема сегодняшнего урока. Повторение Китай. И столицу, конечно же, назовет Лера. А что сразу Лера? Вон Дима есть, вон Дарина есть, она тем более отличница. Пускай ей отвечает, она же все знает у нас. Лера, Дарина знает, и она сидит молча. А вот ты 100% не знаешь и сразу возмущаешься. Я жду ответ, столица Китая. Да нифига она не знает, если бы знала, уже сказала. Вот говори, говори, столица, ну что молчи, говори. Ну, Токио. Видите, Токио, Токио. А не Пекин разве? Пекин. А она не знала. Пекин. Повторила, да. Молодец. За Павлушенька. Вот сидит умный, молодой человек. Сядут возле него, как не одна, так вторая. Ничего не знаете. Павлушеньке мешаете постоянно. Лера встала, взяла указку и показала, где находится Желтое море. А, ну конечно. Один у нас Павлушенька самый умный. Одна одаренная дура притворщица. И Пашечка самый умный. Да вот, Желтое море. Сейчас покажу. Ну. Время идет. Сейчас покажу, покажу. Так, все, села на место, Влад. Я его почти нашла. Не сюда села. Собрала портфель и села на последнюю парту. Куда я тебе сказала? Быстро! Да пожалуйста, подальше от вас и вашего Павлуши. Достали. Пока. Пока. Чего? Да, Димон, она на туре злая. А тебе ты вообще злая, не дает даже денег поднять. Тихо там села и молча, не мешай никому. А сейчас Дима встает и показывает Желтое море. Ты что, не знаешь? Нет. Валентина Ивановна, вот Влад, он отличник, он 100% знает. Ну ладно, пусть выходит Влад, покажет.
где мое дело, где не мое. Быстро пошла к доске и показала, где находится Восточно-Южно-Китайское море. Тетя, Восточно-Китайское море. Спасибо, бабушенька. Лучше не надо меня справлять. Встала и пошла. Спасибо, Паша, за защиту. Аня, стоп, я понимаю. Ага. Какое вы там сказали море? Восточно-Китайское. Где-то было. Значит так, Аня, я не увидела, чтобы ты что-то показала нормально. Села на место. Анна, 2. Классно. Лера, 2. Так я почти нашла. Ничего ты не нашла. Дарина, 2, не про растолица. В смысле? Так мне даже не спрашивай. Не возмущайся, будет единица. И Пашенька тоже 2. За то, что переправлял свою тетечку. Тетя, за что? За то, Пашенька. И Димочка, конечно же, тоже 2. Теперь ты понял, почему мы учимся на каникулах? Да, отрешал.